Последняя летняя автолавка. Сегодня должна быть колбаса, да, Кубик? Бока у него, видишь, заболела, сказала, как видишь. Кубик, хочешь огурец? Кабан, да, Кубик, блядь. Сам ты кабан, я меру упитанный человек. Давай, иди. Иди сюда, Куб. Слушай, Куб. Ты накачался в своей тренажерке, у тебя спинище стало. Спина, это что ты? Кубик, колбаску. Давай колбаску уже. Колбаску или не так? Колбаску сегодня. Теперь Кубик будет раз в неделю только. Худеть придется. Ну что, отдаю? Колбаску, кружок. На три части только ее порежь, пожалуйста. На три части кружок? Да. А? В том, ты дело, что он ими не пользуется. Он уже глотает, да? Ну да, он ее всасывает. Привет, наш. Как же меня чисто после приезда отталкивать около дома? А что бы тебе было? Это лучше, наверное. Стабильнее. Кубик, там на два фронта, подожди. Он же на месте. Там же плавник на месте. А еще один там. Я тогда ножик нашла, присела отдохнуть перед выходом. У него остался, но самый... Крутой, который болтался больше всего, я все-таки ампутировала. Ну ты положи. Куда? Ну на краешек, он заберет. Можно. А, месяц прилав. Куб. Бедная собака. Он ее жует. Подожди, а второй он просто... проглотил? Да. Ты Дима вот... потянулся ему поправить. Все, еще... пока, братан. Больше нету. Куб, Куб. Куб, подойди сюда. Вот это твое. Да. А что нам надо-то? Возьми колу. Колу, бутылочку. Колю. Нет больше. Есть помидор, Кубик, будешь? На. Лови. Он принес вам помидор. Вот так вот приезжаешь в гости, а тебя никто не встречает. Потому что мы все сидим и пьем кофе. Ну это же не к нам приезжают. Это не тебе кофе. Привет, привет. Привет, Надя. Он такой, а что ты без костей? Без костей. Колбаска была сегодня. И помидорка одна. И помидорки были. Приехала. Да. А приехала, да? Приехала, приехала, котика, приехала. И закормили меня тут клетчаткой, да? Я кормила клетчаткой. Клетчатки? Это клетки? Пойдем, мы там кофе пьем. Так, чай туда пойду. Зачем? Зачем ты? А что сразу не взяла? Это мой кофе. Тебе там помочь что-то нести? Нет? Это приезд на бис, приход. Чаю колечки порожнее. К чаю, Кубик, я буду чай. Мне больше пакетик беленький нравится. Где ты добываешь такие кости? А? Откуда такие кости? Лосей сшибают, но... Ну, ну, заходите. Я понял, что ты нам не радует. Я ехала к собаке, конечно, все понятно. Я облилась. Да, понятно. Она еще и облилась. Пойдем, все, Кубик, расходимся. У нас неясыти разорались.
Это штирема китарут. А еще голоса откуда-то отсюда. Я ее вижу, но так, наверное, не видно. Вот, где желтый листик, прям по центру. Вон она шевелится. Пришла, орёт. Между прочим, 2 часа ночи. Может, вам тут домик повесить, а? Сова. Село бы лучше, он на провод бы. Так хоть бы видно было нормально. Или что-нибудь туда к ним подлетело бы. Нет, она вон, она сидит. О! Полетела. Куда-то полетела, не знаю. А, нет, она там еще не вылетела. Лазит. Веточки расшибает. В общем, если хотите постараться незаметно подойти к сове, ну так, чтобы она не сильно беспокоилась и поближе подпустила, надо заранее включать мощный фонарь. Она все там прыгает. Я ее не вижу, я слышу. В общем, и просто вот груди там к себе его приставить и с фонарем идти к сове. Она будет видеть яркий свет, а вас видеть за этим светом не будет. Вот. Так можно, в принципе, почти беспалевно к ней подойти. Ладно.